еще хотел сказать о местной особенности, особенности местных вокзалов. К примеру, вторая платформа у меня, Акколия 10, то есть здесь платформа разбита на несколько участков, которые имеют свои номера. Вот, к примеру, вот это вот 8-я колея, вот это 10-я. Хотя по нашим меркам, по украинским, это 3-я колея. Но так как платформа разбита на несколько участков, то соответственно и колея 10-я.